Дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Мария Александровна Черняк, я профессор кафедры русской литературы Герценовского университета и приглашаю вас на 5 вебинаров «Современная литература с Марией Черняк». Мы решили воспользоваться этим таким необычным странным временем для того, чтобы вот в таком формате вебинаров поговорить со всеми, с разными адресатами, с учителями, с учениками, со студентами, с библиотекарями, просто с любителями современной литературы, поговорить о таком дискуссионном и странном и вызывающем вопросе объекте исследования, чтения, как современная литература. Мы будем говорить о новом читателе, о новом писателе, о цифровой эпохе, о ее вызовах, о кризисе литературоцентризма и о детской литературе. Я буду отвечать на ваши вопросы, которые наверняка возникнут. И уверена, что этот разговор поможет потом каждому из вас сформировать свою личную полку современных текстов.